Новый терминал международного аэропорта Владикавказ торжественно открыли. В церемонии в режиме онлайн принял участие президент страны Владимир Путин. Он отметил, это даст хороший импульс росту туризма на юге страны. Будут усилены конкурентные преимущества этого региона, возрастет его инвестиционная привлекательность. Пропускная способность нового двухэтажного комплекса больше 1,5 миллиона пассажиров в год. В аэровокзале 1 телетрап, 6 лифтов и эскалатор, а также высокотехнологичные системы обработки багажа, регистрации, досмотра и системы безопасности.